иду дальше по болоту на Фюраду. Вот, сказали, что где-то до пляжа надо 2 километра идти. Не знаю, правда это или нет, может где-то ближе будет, но... Тут яхт-клуб, мороженое. Тут еще можно на поезде покататься, вот таком вот. А тут что находится? Тут уже такая прибрежная площадь. Как раз. Везде мы. Мороженое различное, да? Ладно, это уже потом будет, надо изучать город. Вот еще. Это такая, типа прибрежной городской площади. Вот, атмосфера, конечно, красивая, очень. Тут еще дети, как раз. Возле фонтана нежится. Тут цветами засажено очень красиво. Сейчас будем вдоль яхты идти, стоянки. Да, мне начинает нравиться, конечно. Такая набережная идет, болотом Фюрода. Здесь идет дальше. Я такого количества яхт не видел еще вообще, никогда. Даже на Черном море и Азовском. А здесь стоят их валом, просто валом. Выбирай любую, катайся. Вот они. А вообще купаться хочу сейчас дико, просто дико. Но кораблики надо посмотреть. Вот она набережная Болтон-Фюрода. Находят корабли прогулочные различные, можно покататься, взять сюда. Люди отдыхают, смотрят на кораблик, и наплывет кораблик по Балатону. Как раз. Ну, тут люди, наверное, ждут очереди свои, да? Ага. Там, да, причал. Красотища, конечно. А есть ли смысл плавать? Не знаю, я купаться хочу. Это даже для меня важнее, чем поплавать на корабле. Жара неимоверная, блин. Хочется покупаться. Вот реально.